Привет, нация! Нам на тест попал еще один планшет от Wexler, на этот раз 7-дюймовый Tab 7T. Это бюджетный планшет, который позиционируется производителем как хорошо оснащенное производительное устройство с модулем 3G за доступную цену. И снова мы имеем дело с необычным фирменным дизайном, не таким как у других. Я бы сказал, что этот 7-дюймовый планшет выполнен в стиле милитари. Почему-то у меня сразу появились ассоциации с танками или самолетами-невидимками системы Stealth. И все из-за рубленной формы корпуса Wexler Tab 7T. Судите сами. Планшет действительно выглядит несколько по-военному, брутально. От этого появляется иллюзия надежности, и даже кажется, что мы имеем дело с защищенным устройством. На самом же деле это не так. Перед нами обычный планшет, но с неординарным дизайном. Если вы хотите выделиться и получить устройство не такое, как у других, вам это, скорее всего, удастся с Wexler Tab 7T. Корпус планшета полностью выполнен из пластика с бархатистым софт-тач покрытием, очень приятным на ощупь. Передняя плоскость – прозрачная панель, выполненная из защитного стекла, большую часть которой занимает дисплей. Рамки вокруг дисплея достаточно большие, что добавляет планшету габаритов, но в то же время способствует удобному хвату устройства. Посередине верхней рамки расположена фронтальная камера 0,8 Мп. Аппаратные сенсорные кнопки управления отсутствуют. Сверху на скошенной грани в правой части разместились механические кнопки питания и регулировки громкости. Снизу по бокам имеем пару стереодинамиков, расположенных под прорезями, похожими на решетки воздухозаборников военной техники. Далее на нижней части слот microSD с поддержкой карт памяти до 32 ГБ, отверстие микрофона, большая заглушка и слот для сим-карты. И снова я имею большую претензию к заглушке. Открыть ее непросто, особенно если у вас небольшие ноги, а закрыть еще сложнее. Долговечность подобной конструкции вызывает у меня серьезные опасения. Под заглушкой видим полноразмерный USB, порт microUSB для зарядки или передачи данных, аудиоразъем 3,5 мм и коннектор mini-HDMI для подключения к внешнему монитору. Что касается сборки планшета, то к ней нет особых претензий. Конструкция задней части корпуса цельная, стыковка с рамкой лицевой панели выполнена качественно. Wexler Tab 7T укомплектован неплохим дисплеем с разрешением 1280 на 800 пикселей. Дисплей выполнен по IPS технологии. Экран достаточно яркий для комфортного повседневного использования, хотя максимальную яркость для улицы хотелось бы иметь немного выше. Наличие 3G модуля предполагает такую модель эксплуатации. В то же время минимальная яркость экрана комфортна для ночного применения. Кроме того, дисплей характеризуется естественной цветопередачей и хорошими углами обзора. В общем, как для доступного устройства, дисплей просто отличный. По своей аппаратной платформе Wexler Tab 7T аналогичен прошлогоднему Nexus 7. Это процессор NVIDIA Tegra 3, 1 ГБ оперативной памяти и 16 встроенных. Как мы видим, на бумаге все выглядит очень солидно. Железная составляющая вызывает уважение, особенно если учитывать невысокую стоимость гаджета. На практике планшет также показывается с хорошей стороны. Wexler Tab 7T работает под управлением OS Android 4.1.1 и имеет стандартный планшетный интерфейс. В целом, как для планшета за доступную цену, Wexler Tab 7T вполне неплох. Это многофункциональное и производительное устройство. Планшет, который можно использовать как дома, так и брать с собой в дорогу, благодаря наличию модуля 3G, или использовать в качестве автомобильного GPS-навигатора. Фактически это достаточно достойный конкурент Nexus 7 2012 года, даже с лучшей комплектацией. Тут мы имеем полноценный USB, HDMI, microSD, модуль 3G. Что мне понравилось в этом планшете? Необычный дизайн, хорошее оснащение, достойная производительность, отличный экран, громкие динамики. В то же время недостатки, которые я увидел. Снова же дизайн, он на любителя и скорее мужской, не унисекс. Большая толщина по сравнению с аналогом. Заглушка портов, ее сложно открыть и еще сложнее закрыть, а также неудобно использовать при подключенных кабелях. В
В целом, я считаю данное устройство доступным 7-дюймовым планшетом с хорошей оснащенностью.